Всем привет, меня зовут Ева. Всем привет, мы на канале Ева Тур. Наше приключение по Турции продолжается. Каждый день у нас какие-то новости. Сегодня утром была очередная новость. Об этом сейчас расскажет Ева. Я? Ну а кто? Ладно. Ты виновата, что карточку не вытащила. Конечно. Я виновата. Она. Да. Короче, не будем искать виноватых. Дело было так. Мы сегодня попали немножечко с карточкой. Ключ электронный. Нет. Сейчас почти везде вот эти вот карточки, которые стреляются. Проще говоря, вышли утром с ним вдвоем. Он выходил последний, я вышел первый. Карточку никто не взял, каждый надеялся на другого. Нет, дело в том, что всегда Ева забирает карточку. Она выходит, забирает. Не будем спорить, кто виноват. Она виновата. Естественно, мы стали здесь ругаться, кто виноват, почему карточку не взял. А почему ругаться-то? Спустились на ресепшн, переругались сначала, потом спустились. Говорим, карточку забыли. Они ничего такого. Они нам дали другую карточку. Перекодировали эту карточку сначала в компьютере на наш номер. Спросили, какой у нас номер. Все, поднялись, открыли, все взяли. Ладно, но на этом дело не закончилось. Пока мы ждали, ждали этого автобуса на пляж. Мне надо было быстренько сбегать в отель. Я побежала, карточка не открывает номер. Что за фигня? Спускаюсь опять. И вот я на лифте вот так вот каталась на 7-й этаж. Спускаюсь опять. Ладно, что не пешком. Да. Карточка не работает, говорю. Как не работает? Но эта проблема решается. Опять она села за компьютер. Администратор уже наша, русская женщина работает. Утром был мужчина, турок. Перекодировала там что-то. Дает мне эту карточку обратно. Я опять на 7-й этаж поднимаюсь. Она опять не открывает. Я спускаюсь. Я говорю, не открывает. Как не открывает? Еще раз сделала. Я второй раз поднимаюсь. Она опять не открывает. Спускаюсь снова. 3 раза, короче, уже ездила. Я говорю, вы, может, дадите мне другую карточку? Может, она неисправная, сломалась там что-нибудь? Она, да, она мне дает карточку, которая без номера просто какая-то там. Новая, наверное, карта. Да, может быть, новая. Запасные. Все, закодировала ее на наш номер. Я поднимаюсь, все открыла. Слава богу, взяла то, что мне нужно. Спускаюсь вниз, говорю, все хорошо, окей, все нормально, работает. Вот я хочу сказать, что плюсы, минусы электроники и механики. Вот, пожалуйста, электронная карта. Забыли карту, все, дверь не попасть. Карту перекодировали, она не работает, не открывает. Вот. А был бы ключик, ну, захлопнул дверь, снова бы ручку открыл, взял ключик, застегнул за его на пару Серьезно? Оборотов и в карманчик. Вот и все. Эти все ключики, эти все двери вскрываются, а здесь магнитный замок. Также мамусик, электроника вся. Здесь... Отключается свет и ничего не работает. Здесь ничего не вскроешь. Кстати, вот ноутбук оставила, вышли. Он у меня уже отключился. Подача электроэнергии закрыта. Вот насколько хватит батареи, а у меня вот там загрузка, может, идет. Так что плюсы и минусы. Ну вот, не попадайте в такое. А если и попали, то ничего страшного. Не паникуйте. Не паникуйте, все нормально. Вам всегда откроют дверь. Поставьте лайк и смотрите наши следующие видео. Ева Лошара. Мы только в Турции начинаем отдыхать. Весь отпуск впереди, будет много интересного. Ну, поменьше таких приключений. Пока-пока. Всем пока.